Канал «Мама Эля» представляет. Это дедушка Юра. Он мастер на все руки, резчик по дереву. А это его правнуки, Серафим и Тимоша. Они тоже, когда вырастут, станут мастерами. А это Герда. Она работает охранником нашего дома. Папа Дима нагружает в тачку песок, чтобы отвезти его на участок. Он будет отсыпать этим песком дорожку. А мама Эля вместе с Серафимом и Тимошей решили посадить около дома несколько саженцев, которые они сами вырастили из косточек слив. Просто посадили косточку в горшочек с землей и поливали до тех пор, пока не выросло маленькое деревце. Подруга Серафима Ева тоже присоединилась к нам и стала помогать. Передаем ей огромный привет! А также передаем привет Вероничке и бабушке Нине. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока!